Сейчас вы участвуете в проекте «Один в один» на телеканале «Россия». Мне рассказывал ваш коллега Денис Клявер, что подбирают обычно образ для перевоплощения самый далекий от исполнителя. Вам об этом что-то известно или нет? Ну, конечно, потому что... Ну, вот вы были Юрием Шатуновым. В начале, самой первой программе, я показывала двоих артисток, Марайя Керри и Уитни Хьюстон. Тоже очень была такая нелегкая задача. Ага. Номер был сделан сказочно. Это была голограмма и ощущение присутствия живой Уитни Хьюстон, которой мне же приходилось... снимать все ее вот эти вот повадки, ее манеры, ну, не говоря там о голосовых. Но второй номер, который мне достался, второй такой лот, так сказать, это был Юрий Шатунов и солист группы «Ласковый май». Да-да-да, я знаю, кто такой Шатунов. Не, ну мы с вами знаем, а вот, например, моя дочь, когда она узнала, мама, кого ты будешь показывать? Ей 7 лет. Вот. Да? Вера. Мы про тебя начали говорить уже. Веруша. Да. Вот, вот Вера. Да. Вот, и она... Вера. Поближе мама... к маме только. Мама говорит, кого ты будешь показывать? Я говорю, Юрия Шатунова. Она кому-то по телефону говорила, то ли, ну, там, бабушке или кому-то. Мама будет показывать Юрия Шатунова. Поэтому для молодого поколения это, ну, как сказать, для них, может быть, не совсем известно все. Вот, мы-то с вами знаем историю всего этого. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».